Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня я вам покажу, как же взломать аккаунты в Майнкрафте. Поехали! Итак, в общем-то, что же нам для взлома понадобится? Всего лишь одна команда под названием rg-info. Вот она. Итак, вы написали такую команду, у вас должен показаться регион, ну, название региона, владельцы, может, участники и границы. Вот самое главное, это название, ну, то есть владелец сам нужен, ну, и регион тоже более нужен. Название. Видим то, что у него никнейм Entic. Я под него сейчас зайду. Вот, и продолжу запись. Вот, в принципе, заходим на сервак под его аккаунтом. Пишем логин его, например, никнейм. Все, я вошел на сервак под его аккаунтом. Откроем себе дверь. Так, вот так сделаю сейчас. Так, сейчас. Ладно, вы будете это видеть, как я забегаю. Ну вот, в принципе, взлом произошел, в принципе, успешно. Дверь я не могу закрыть. Сейчас закрою за этого персонажа. Здесь у нас что? Так, стандартный набор, это понятно. Тут тоже все понятно. Наверху у него что-нибудь есть. Так себе домик. Ладно, что мы делаем? Я пишу RG Adovner. Потом... название региона. О, я сам первый тут. И все, я добавил. Теперь смотрите-ка. Теперь я за свой этот аккаунт, не за этот Entic, а за свой нормальный аккаунт. Я могу, ну да. Но при этом я могу тут рушить. Вот, рушить. Конечно, могу добавить себя в сундуки, для меня это не проблема. Вот, берем и пишем команду. Команду, которую я забыл. Ладно, не суть важня, просто берем. Так. Ну, забираем у него яблоки. Алмазка идет нафиг, она не узнала, потому что это просто стандарт. Тут заберем алмазики. Скорость вот так вот сделаем. Вот. Баланс. Ну, передадим баланс, который у него есть. 5, то есть VP. Пишем 670. И мой ник. В смысле? Да, сначала надо написать pay, мой ник. И потом пишем количество передач. Все, я ему отправил, то есть себе. Так, возьмем топорик. Так, выкидываем вещички. Все, так, подбираю со второго аккаунта. Так, сейчас надо немного отойти. Все, отошел. Теперь ломаем сундуки. Чуваку, конечно, не повезло, но я же показываю, как взломать. И самое главное, RG Dell. Там-та-дам! Все, я удалю. У него теперь ни денег, ни дома точно не будет. Просто отсюда вот так выйдем. Хоп. Это идет нафиг сюда. Это тоже сюда. Так, теперь где? Вот он. Выходим. Этого чувака я посылаю. Так, вот. Сейчас я иду на спавн. Так, спавн. Да блин. Спавн. Все. Здесь я пишу set home. Set home. Все, я за set home, теперь я могу выходить. И также я могу продолжать искать своих жертв, которые я буду взламывать. Кстати, вот тут рядом по соседству домик есть. И вот его я попробую взломать. Сейчас. Так, ой-ой. Давай бежим. Так. RG Info. Что у нас здесь? Два дельцев переписываем. Гунив. Ладно, странно. И заходим под его аккаунт. Вот, захожу под его аккаунтом. Так. Пишем пароль. То есть его никнейм. Так, не получилось. Потом пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 8. Вот так. 5, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Так, пока не похуй. 4 нуля. Так, сейчас выйдем. Я под вторым аккаунтом. Так, Томуро. Ага, понятно. Секундочку. Тут я увидел небольшую проблемку. То есть, самый, кто главный здесь, это Томуро. Вот так вот. Копируем. Заходим под этим никнеймом Томуро. Так, пишем логин и его никнейм. Так, неправильно. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Нет.
Нет. Ну, то есть, вбиваем просто самые стандартные пароли, которые могут быть просто. 3, 2, 1, 1, 1, 1, например, четверки. О, вот, пароль был 4 однерки. Так, его баланс 4000. Так, пишем home. Там-та-дам. Я, кстати, через этот аккаунт уже пробрался через плоские стекла. Ой, зачем я это сделал? Кто там у нас бегает? Ой, да ну нафиг, это же этот чувак, Эник. Энтик, которого я взломал и просто расприватил его дом. Да, не повезло чуваку. Отдаем вот это все, отдаем. Зельки. Стоп, зачем я ему зельки отдал? Свои, точнее. Так, в сундуках у него. Так, зелька отравления, слабость. Вопрос только один. Зачем? Зачем, зачем, зачем? Здесь ничего интересного. Здесь тоже пустота. Водичка. Окей, он просто как бы бомж. Ну ладно, с картиновой домик у него. Ладно, так себе, да. Так. Вот он, Энтик пишет. Админ, у меня дом отобрали. То есть вы поняли то, что чувак жестоко попал под гриф, можно сказать. Ой, это было просто супер. А, кстати, они про это вообще, ну, как админы, вот это все, никто не сможет узнать то, что вы зашли под этим аккаунтом. Так, передаем деньги. Так, 4726. Все, отправлено. Так, теперь что я могу сделать? Что я могу? Здесь ничего не могу. А, ну да. Вот так я могу сделать. Хоп, потому что зачем мне это все? Точнее, и этому чуваку тоже это не надо. Ладно, делаем. Небольшие лаги на сервере FPS чуть приседает из-за таких. Так, вот так делаем, вот так, вот так. Так, так, все, выкидываем, чувак. Кстати, этот энтик прибежал аж со самого спавна. Вот, то есть, вы поняли, с самого спавна ему пришлось бежать. RG-инфо. RG. Дел. Так. Томуро. Томуро. Все, приват удален. Смотрим за моим нормальным аккаунтом. Все, так. Ой-ой-ой, FPS сильно приседает. От этого надо вот так вот посмотреть туда. Здесь у нас что? Взрывное зелье силы или летополя. Ладно, это не суть важна. Так, тут у нас стартовый набор, бонус. Ух ты, ё-моё. Ну вот, я думаю, что вы реально поняли, как взламывать. Что? Админ. Куплю кирку на эффективность шелкового касания. Это что за бред? Ладно, не суть. Я надеюсь, вы поняли, как взламывать аккаунты в Майнкрафте на серверах. Вот. Если это реально помогло вам, то подписываемся на канал, ставим лайки. А этого чувака я отправляю на спавн. Всем пока.